Следователи усомнились в рассказе подростка. В Энгельсе продолжается проверка по сообщению о возможном похищении ребенка. Сценарий происшествия описал 13-летний житель города. Он якобы стал свидетелем того, как неизвестные затолкали в «Мерседес» и увезли ребенка. Со слов мальчика, он даже пытался остановить похитителей, однако ему это не удалось. Дело было взято под особый контроль регионального следственного управления. На месте вероятного похищения работали лучшие сотрудники. Подростка допросили, однако о том, что он врет, говорят факты. Во-первых, за прошедшее время в правоохранительные органы не поступало сообщений о похищении. Во-вторых, изученные следователями записи с видеокамер, расположенных рядом с указанным местом, момент похищения не зафиксировали. То, что подросток придумал историю похищения, нам подтвердила и его бабушка. Сочинив историю, мальчик просто хотел прославиться. Отвечать за поступок подростка теперь придется взрослым. А так как по информации следствия родители ребенка лишены родительских прав, опекуна, а это его родная бабушка, могут привлечь к административной ответственности.